Спасибо всем своим привет, я на связи, буду вещать. Ну все, давай, счастливо. Ну, передам, конечно. Ой, ну да, да, как будто и не уезжали, видишь. Угу. Хорошо, Надюша. Ну все, давай, ага, пока. GoPro стоп. Прозевала вам поснимать 23-й километр. Уж простите, это в следующий раз, летом, когда прилечу в отпуск. А пока вот это Уктар. Автобус заезжает на Уктар и буквально до аэропорта минут 10, да? Так что, товарищи, скоро полетим. И вот кусочек дороги, которую я вам прошляпила и не успела показать. К сожалению, у меня место там поглубже, поэтому... Ну вот такой март в Магадане, видите, да? Все-таки снег есть. Вроде было немного, но...
Вроде бы прилетели только вчера. 10 дней пролетели, как один день. Я улетаю. Это наш аэропорт, который кто-то на ютубе уже назвал каким-то сараем и туалетом общественным. А я думаю, что они не правы. Вполне нормальный аэропорт, не такой он старый, как кажется. И внутри уютный. И вполне его хватает, чтобы вылететь и прилететь. И здесь никогда нет столпотворения. А это люди, ну вот на этот рейс, который сейчас летит на Москву. В 2:30. Вот автобусы, которые идут на Магадан и на трассу. На Ягодное, Ратукан, Сусуман. Какие-то маршрутки. Прилетают старатели. Вот смотрите, сколько людей, машин на стоянке. Много-много. Ну, в принципе, места всем хватает. А я пошла туда. Так. Солнышко светит прямо над аэропортом. Сколько людей летит, целых три секции. Ну что, самолет Boeing, тот же самый, 777-300ER, 550 пассажиров на борту. Сейчас посмотрим. Смотрю, она не она. Да? Ой, что-то меня все узнают. С радио, Марина. А, Марина, тебе сразу не признала. А что здесь? Как приятно. Это Марина Жаворонкова. Жаворонкова. Вот Жаворонкова, я фамилию не забыла. Ну, летим. Мы были в отпуске в Магадане 10 дней. Молодцы. Нам так понравилось. Ну да, я прилетела, там пенсию оформить и полетели дальше. Сейчас так немножечко аэропорта для тех, кто давно не летал. Кто хочет новый аэропорт, мне старый нравится. Так. Иду. Пожалуйста. Я вам помогу. Все, я уже зарегистрирована. Сейчас мне дадут талончик. И мы полетим. И мы пойдем на посадку. Спасибо. 12, 40, 460. Не, обратно. Отсюда ехала, килограмм 8 было всего. А что за подарки? Так что у нас все сейчас раз-два и готово. Все повесили и в Москве получим. Вот чемоданчик. Народу много, то что самолет большой, не знаю сколько рейсов в день. Знаю, что на Москву наш один. Ну, наверное, есть еще по другим городам. Здесь кафешка вот открыли, место встречи. Часовенька. Много-много снега за окном. Блин, обожаю аэропорты. А, собиралась я в лайках поесть. Ага. А их тут нету. Ну все. Приказала долго жить. Обидно, досадно. Ну, мы же сядем в самолет, нас будут кормить. Так, здесь парикмахерская есть. Что еще? Жизнь кипит, как в муравейнике, да? Снимаю аккуратненько, потому что очень много полиции. Они бдят. Поэтому так, чисто для нас. Все.
Пойдемте в тот угол пройдемся. Может, все-таки где-то куснем? Не знаю. Я так люблю есть где-нибудь. Когда заходишь в аэропорт, просят одеть маски и соблюдать дистанцию 1.5 метра. Но это же нереально, когда все стоят друг к другу попом. Слышали, просят маски одеть. Люди просто сидят, а просят одеть маски. Вроде уже и короны-то нет. О, здесь было какое-то... Продавали тоже или сувениры, большой отдел. Вот один остался. Это второе панно. С поселочками Магаданской области. Футболка о Колыме 900 рублей. Посмотрим, да? Какие красивые чайные ложки с надписью Магадан. 350 рублей. Вау. С бивня мамонта. 1350. Тарелки с видами Магадана. 870. У тех, кто много денег зарабатывает, можно купить мраморная кружка 550-600. О, какой набор охотника. 9000 почти. Какие красивые Магадан. Офигенные. То есть обычный термос, только в такой вот штуке. Окантовки из кожи с картинкой. С видами Колымы, да? И тарелочки сувенирные. 850. А, это фотографии. Парк Маяк. 450. Они магниты. Какие красивые. Книга про Колыму. Бесценно. Пойдемте дальше. Магадан. Значит, опять домой. Домой мы съездили, теперь едем в другой дом. Мне там тоже хорошо. Магнитика. Ой, сколько я магнитиков накупила, уже раздарила. Так, ну и здесь вот кафешка в этом углу. Рыбка наша магаданская. О, баночка пол-литра, 3000. Лососевая подешевле, 250. А, тоже так же 6000. Просто маленькие баночки. Омуль, 1650. То есть, если не успели купить все, можно купить здесь. Были бы деньги. Голец, палтус. Вот цены. Ой, какая корюшка красивая. Ценник некрасивый, только 2200. Я когда увидела эту цену на корюшку на рынке, у меня вообще глаз вывалился. Щупальца кальмара по 3000. Ух, как дорого. Ну что, попить чаев, что ли? Все равно делать нечего, да? До посадки еще много. Час, наверное. Поэтому пойду я посмотрю, что там есть. Вам не буду снимать. Ну, кафешка хорошенькая. Мы иногда здесь горячее едим. Раньше здесь был повар не очень. Сейчас посмотрим, что тут есть. В общем, я посмотрела здесь цены. Просто из любопытства хотела попить компота. Компот стоит 110, а морс 130. А все остальное, салат, например, 380. Вот раньше здесь были цены, как бы, как столовая. Сейчас здесь цены, как в аэропорту. Это пипец. 290 картофель с соусом. 150, 280 оливье. 280. Блины 250. Блины с творогом 250.
Короче, пошла я отсюда. Ну, 110 компот, когда он стоит 20 рублей. Все-таки я привыкла к рязанским ценам, да, поэтому я подожду самолет. И... Да ну нафиг тратить на компот такие деньги. А тем более как-то и не сильно есть хотелось. Не, ну действительно, для аэропорта это все равно дорого. Представляете, какой ценник. Так, народ там идет на посадку, я не хочу. А пойдемте спустимся вниз и посмотрим, что там. В той кафешке. Здесь еще одна кафешка справа. Раньше там такие хорошие были пирожки, булочки. А сейчас вот пицца. Цен здесь нету. А где ассортимент? А где у вас меню? А, вот, извините, да. Не, пролетела мимо. Я лошара, я пролетела мимо. Пицца пепперони 900. Бонаква 130. Ну, кажется, я подожду, когда я долечу до дома. Бургеры по 560. Какая здесь была раньше столовка, офигенная. Там тоже дорого, компот по 110. Да, здесь раньше была столовая, если помните, старую. Два таких вот лотка, как бы, витрины. И были котлеты вкусные, салаты вкусные и цены доступные. Но, к сожалению, Магадан приближается к Европе. Не сильно есть хочется. Так, посмотрим в окно. Ой, какие окна грязные. Хочется и самолет поснимать. А нельзя же будет, так что будем скрывать камеру и убегать от тех, кто нас будет ловить. Так, ну, в общем, показала в аэропорт, надо посидеть. Надо посидеть, потому что на посадку идти рано. Вот такой аэропорт. Полет покажу, наверное, отдельно. Не знаю, смотрю, какое видео получится. Длинное, не длинное. Кстати сказать, здесь был киоск с прессой, вот здесь в этом уголочке, и аптека, аптечный киоск, их сейчас нету. И я понимаю, что я хотела бы журнальчик почитать, наверное, пойду я сейчас поищу, где это тут есть. Я в накопителе, и теперь я понимаю, что нашему аэропорту нужен новый аэропорт. Смотрите, сколько много народу. Ну, потому что 550 человек сейчас будет на рейс, их нужно всех впихнуть сюда. А, да, катастрофа, даже сесть негде. Ну, что, мы молодые, мы постоим. Да? Да. Мы до сих пор здесь целый час, в накопителе. Такого еще не было, народу очень много. Мы уже устали, осталось 15 минут до вылета. Посадить за 15 минут 550 человек, это просто нереально. Ну, посмотрим. Посмотрим, во сколько мы вылетим. Очень хочется прилететь вовремя, потому что мне дальше на поезд. Домой, хочу домой, домой, домой. Народ накуривается в дорогу. Ой, ждем, ждем, ждем. Поприжимаюсь немного, ладно? Хорошо. Надо задание выполнить, да? Посмотрите, сколько народу. А у нас всегда так. Все летят. Да. И таких автобусов будет нафигище. Да. Да, и я тут не одна. Много знакомых. Лариса летит. Да. Так, ну и любите же разглядывать вертолетики, самолетики. Сейчас у меня увидят камеру, и меня сразу арестуют. Я буду сейчас прятаться за людей, потому что... А то же все равно же хочется поснимать. Так. Едем, 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 да.
далекие края. Ой, какой у нас красивый самолет. Такой краснопопый. Сейчас мы его увидим. Так, а на каком же мы прилетали сюда? Вот он. Красная попа, такой красивый. Это Boeing 777-300ER. В нем 550 мест. Так, и называется он Анадырь. Да, сюда мы на другом прилетели. Так, надо мне удалиться, чтобы меня не убили. Аккуратно двери открываются. Здесь еще. Как подменить самолет? Нет, будет плохая фотка. Да, так, надо выйти. А мы сюда, по-моему, на Ульяновске прилетели. Города. А вот в начале написано. Красота, да? Так, а я хочу с той стороны еще пришли в первых рядах, поэтому народу нет, а потом, конечно... Так, Лорик, ну что, мы пошли, чтобы выспались, все было нормально. Хорошо. Да, сейчас вот мужчина. Ага, тут, мужчина. Тут биби, не биби, тут все, не биби. Я за волосы. Нет, не я. Проходите. А мне то же самое. Да сейчас я вас пропущу. Здрасте. 37-е. 37 обувочки. Да. Ой, я так надеялась, что мне удит. В самом начале. Ой, ну ладно, тоже хорошо. Ой, как хорошо. От имени компании «Россия» выполняющий рейс совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» мы приветствуем вас на воздушном судне «Боинг 777», следующий по маршруту Магадан, Москва, аэропорт Шереметьево. Рейс 6.1. В настоящий момент мы полностью готовы к вылету. Расчетное время в полете 6 часов 55 минут. Желаем вам приятного полета. Куда приемляли Денис Садовский, Ultimate Photo, Boeing 777, Z-Pilot.
to Russia Airlines, making required visits. Аэрофлот Airlines calling from Magadan to Moscow, Sheremetyevo Airport, flight number 6290. Now we are almost ready for start our flight. Today our flight time to Moscow is around 6 hours 55 minutes. Уважаемые постоянные клиенты, участники программы «Аэрофлот Бонус» уровня «Элит» или «Плюс», мы благодарим вас за выбор компании группы «Аэрофлот». Спасибо за внимание. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Denise and I'm the person. Welcome aboard Russia Airlines aircraft named after the city of Anadyr. Your comfort and safety is our main priority. My colleagues and I do all present you have a pleasant flight. Dear regular customers, members of «Аэрофлот Бонус» «Элит» или «Элит» «Плюс», we thank you for choosing Airlines «Аэрофлот Group». Thank you for your attention. Thank you. Left and right of the cabin. In the front, middle and rear parts of the aircraft. Каждый выход обозначен световым табло выход. Световая дорожка вдоль прохода указывает направление к выходу. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами.